Ульяновские медики, неважно, выходной это день, рабочий или праздничный, остаются на своих местах. На передовой борьбы с COVID-19. Первоочередная задача – сохранить именно здоровье врачей. Общероссийский народный фронт в ежедневном режиме мониторирует обеспеченность средствами индивидуальной защиты, в том числе лечебных учреждений, особенно тех учреждений, которые работают под COVID-госпиталями. И в тех случаях, когда возникает острая необходимость обеспеченности средствами индивидуальной защиты, Общероссийский народный фронт не остается в стороне. Центральный штаб ОНФ прислал благотворительную помощь, собранную из пожертвований всех неравнодушных. Сегодня это средство индивидуальной защиты. Всего 420 костюмов, 220 очков, 3000 респираторов и 5000 перчаток. От помощи никогда никто не отказывается, по большому счету. Особенно в такой период, когда крайне сложно, так скажем, с средствами индивидуальной защиты. Это всегда очень актуально и своевременно. Потому что, незащищенный врач становится источником распространения. Средства индивидуальной защиты в первую очередь отправятся в медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Но в беде не оставляют никого. Уже восьмую неделю мы совместно с Общероссийским народным фронтом приняли более 1000 заявок от людей, которым нужна наша помощь в доставке продуктов и лекарств. И также уже больше 1000 заявок было выполнено. Всего за время акции нуждающимся уже доставлено около 14 тысяч продуктовых наборов. А чтобы начать помогать, далеко идти не нужно. Достаточно иметь смартфон или компьютер и доступ в интернет. Если вам больше 18 и меньше 50, заходим на сайт добро.рф. Заполняем простую регистрационную форму, выбираем направление волонтерства, проходим краткий инструктаж. И все, вы волонтер. Павел Патряков, Юрий Давыдов, Бахтияр Салтанов, репортер 73.